французскими музыкантами. Но радость от трис ими еще долго будут согревать наши сердца. Merci, mes amis. À bientôt. You're not here with me.
Thank you.
сюда. А то попадает туда. Мальчишки в нарядных мундирах, в доске в парадном строю, держав на все командиры, и с медью работать в саду. Россия, 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 мы помним наказы ветра, терпение, мужество, сила, честь, слава России! Ура! Министерство обороны Российской Федерации, начальник оркестра, заслуженный артист России подполковник Сергей Дурынин, художественный руководитель, заслуженный артист России Андрей Колобуськин, президентский оркестр Федеральной службы охраны Российской Федерации, художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист России подполковник Антон Орлов, дирижер подполковник Евгений Никитин. Образцовый оркестр почетного караула военной комендатуры города Москвы. Начальник оркестра капитан Константин Петрович.
сейчас на Красную площадь под звуки марша «Триумф победителей» ходят все наездные оркестры, участники международного фестиваля военной музыки «Старшая Башня», а также академический музыкальный колледж Московской консерватории, художественный руководитель Леонид Павлов, российский роковой оркестр, художественный руководитель Сергей Полиничко. Пожалуйста. Торжественная увертюра 1812 год. С водным оркестром дирижирует музыкальный руководитель фестиваля, главный военный дирижер вооруженных сил Российской Федерации, заслуженный деятель искусств России, генерал-лейтенант Валерий Халилов. Музыкальный фестиваль «Спасская башня» объединил военных музыкантов из Германии, Франции, Соединенных Штатов Америки, Евросоюза, Бахрейна, Таджикистана, Казахстана, Украины и России. Среди них были постоянные участники «Спасской башни» народный артист России Евгений Хорошенко. Помолимся, что история фестиваля военно-музыкальных оркестров «Спасской башни» продолжится в следующей встрече, и ее страницы будут столько незабываемые любимые, как песни башни, которые прозвучали сегодня на храм. Thank you.
Что тут взять Спаску за подарок? Это вот Спасочку. Со штативом хорошо. Добрый вечер. Со штативом хорошо. Без штатива хуже, да?
почти Востока и Запада. Ее архитектура соединила в себе готическое навершие Спасской башни, древнерусский интерьер исторического музея, эклектику торговых рядов и чудо собора Василия Блаженного. Все иностранные гости, как прежде, так и сейчас, непременно приходят полюбоваться Красной площадью и почувствовать себя в сердце России. Зрители фестиваля